если их не по контролю либо, там было бы по-любому. Так это естественно. Блядь, это, если это бы... Это неудача, что мы их контролили. Это наоборот скилуха. Это и был наш план изначально. У вас сегодня план тоже вайпаться? И мы его придерживались. А где Полина стоит? На рейде. На рейде. Вместе с Элбрилом. Ну да. Да. На рейде вместе с Элбрилом. А Денчик хилит, блять, Монорота. Полина хилит Войда. Лёс рейд. Босс же изи, давайте убьем или нет? Или не хотите? Да босс ты. Босс легкий. Даже урона, блять, от этой хуйни мало прилетает. Просто кто-то, ну, понимаешь, что должно так случиться, но все должны, ну, блядь, поворот событий, по цепочке идет, типа, вот не аурит, все, минус дамагер. Допустим, монород ложится, минус еще дамагер. Хилы, хилы не хилят, минус танки, вайп. Вот до этого пул хороший был, когда первый эфир попался, вот тогда можно было убивать спокойно. Ну а как убить, если у тебя уже, блядь, с фазы минус один ДД Мозер лежит, вылетел? А не, можно даже минус два сделать ДД, ну, блядь, с контролем тут беда. Хил танк. Том лужи от миликов хуёво разливаются. А там уже все по пизде пошло. Почему лужи разливаются под мелким? Там же, блядь, 5 секунд есть, чтобы отбежать. Тогда был сетап тупо РДД одни были. Плюс 2 милика. Сейчас больше милика взяли на 2. Нет, я могу на замену, если вы убьете. У меня все равно ИПшки-то нет. Дай проверку. Нелик, где ты? Неликс, евреев ласки экономит. Тут еще еврей. Так. Фарада, дома. Кстати, я видео у Кевки смотрел, и он... Я посмотрел даже, как он играет, как у Ломоносов. Кир с Нейтмейком, на... Ну, Неликс в Дискорде. Неликс, только ждем. Где, блядь, ползаешь? Дай проверку. Все здесь, все готовы, поехали. Спрут перепить. Фаст, прибежали.
Дайте мобам дойти. Лёх, не забирай 8 стаков только. Два взрываются. Тебе жаль. Просил. Забрал. Десять процентов. Идем. Бежать далеко. Что коста приводит? Нас пройдет. Трюли. Забрал. Красиво.
Блять, куда ты забежал, ёбаный стыд? Да это же Нуэн. Ну чё, БР нет? Слабость. Усталость этому народу. Дальше пол. Меня слышно здесь? Да. Да. Подними, жена, наверное, попадал. Сказ. Прибежать. Моба, просил там. Баф понес. Ой, блин, да не надо всех контролить сразу. Народ опросил, Денчик, блядь. Подними мы народ, Жнуэн, быстрее. Да, отпустите. А. Что вы делаете? Бежали. Сейчас новые скоро выйдут. Денчик. Ну вот чё за херня, блядь, Денчик? Где, блядь, просил мы народ? Алина, вставай. Поближе. Встаю. С Розарио. Отстал меня быстро. Ложитесь, нету смысла. Все, хватит на сегодня. Иду. У меня мок у меня. Денчик, ну ты дебил вообще, честно тебе скажу. Ты не можешь, блядь, одного танка просить? Он ступка словил. Ну, блядь. Иди, когда крик Феникса идет? Ты, блядь, стопать каст будешь? Какой стоп-каст? Он на... там, где рейд был. Он сказал, он кастовать не мог. Может, фир? Или что там было на второй? Монорота фир. У вас какой был на первой? Ну, он говорит, слабость. Когда на магии дало. Стоп-каст словил он, чё вы? Понятно. Значит, пиши это... прости. Пиши прости ВК, потому что, блядь. Ни один хил это не прохилит, кроме прости. Прости смотрит из-за, блядь, стоп-кастом, из-за ферму, за все это. Идти я на дачу недавно приехал. Заебись, секундочку, вовремя подходит. Хотя он с 25 числа не отвечал. Я на дачу уеду. Смотри, Лёх, абсолютно каждый пул, ебучие перья, как минимум по штуке, оказываются в мелизоне, блядь. И это был Буливан. Помимо этого, одет далеко неплохо. Фул ЛК камни. Нахуя он тут нужен? Че, упало? Как бы сказать помягче. Залупа. Потенция рейда упала. А були на английском это чё? Не, ну это просто пиздец, честно. Тут больше не проблема в демагерах, не в контроле, блять, а в хилах. То с одной стороны хил прыгает в обрыв, то, блять, с другой стороны не может монорота. Я вообще не знаю, что делать. Идти теми ребятами, вот которые убивали. Хила, ну реально. Проблема в хилах. Причем два поле паладина, блядь, в рейде, которые, ну, блядь, танков вообще на изи выхили. ЕП всем, кроме, блядь, Казума, Фарада. Сколько? Ну, полторы. Блять, у нас за убийство же будет 900. Ну, Лёх, ну какие полторы? Полторы, ну. Тем более убили уже один раз. А вообще, какой нахуй ЕП? 200 за приход получили, все, блядь. Хватит.
Лагерь. Убили первый раз с одним трупом, блядь. Сейчас вообще нихуя ничего не сделали. Ну как бы тут... Проблема в хилах, понимаешь? Проблема в выживаемости хилов и проблема в том, чтобы они, блядь, хилили. Проблема... Я понимаю, что да, с хилами что-то сегодня не так. Но меня калит один мелик, который постоянно ебучее перо оставлял около Феникса. Каждый, почему? Блядь, раз. Скажи мне, почему... Костер-друид, блядь, и ДЦ выхиливают рейд. А коли пал, рестор-шаман и ДЦ не